Приветствую вас на игровом канале, с вами Алексей, он же Crazy Life, и сегодня у нас в рамках первого взгляда будет шутер Carnival Land. Нас встречает какой-то чувачок с ведром на голове, пусть это будет Ведрон Мэн. Ну что, ребят, давайте приступим, у нас типа зомби-шутер, давайте посмотрим New Game, ну пусть будет компания, story, нормальная сложность. Нас высаживают в зараженный город. И наша задача, в общем, бегать и зачищать его. Вид сверху. У нас в распоряжении есть два типа оружия. Автомат и пистолет. А с врагов будет также дропаться оружие. Мы будем по мере возможности его заменять. Дальше, что у нас есть? Управление происходит при помощи мышки и клавиатуры. Соответственно, можно еще поворачивать камеру. Ну что ж, давайте пробежимся, посмотрим. С нами бегает еще напарник или напарница. Отсюда даже не видно. Напарник, наверное, скорее всего. Пока что все тихо, все спокойно. Давайте мне сюда зомбари. Зомбари в основном милишные, хотя есть и те зомбари, которые могут в нас плевать. Соответственно, оружие, которое падает с зомбарей, они не могут использовать. И, наверное, это хорошо, потому что если бы они еще и стреляли с винтовок, это было бы печалька. Как-то подозрительно все спо... О! Только сказал, что спокойно все, как выбежал первый зомбарь. Давайте, выходите сюда. Аккуратно пробегаем вперед. Тут тоже тихо. Ага, а вот и зомбари. Получайте, твари. В принципе, точно прицеливаться не нужно. Френди Фай, я так понимаю, что нету. Опа, автомат дропнулся. Давайте заменим. Переключаемся на пистолет. Подбираем, значит... А, этот автомат у нас уже есть. Это, получается, мы патроны подобрали. Хорошо. Прицеливаться точно не нужно. То есть он стреляет по прямому направлению. То бишь, можно вот так вот просто водить и приблизительно стрелять. Давайте развернем камеру. О, нихера себе, какой живучий. Посмотрите, какой огромный. Огромный, живучий и опасный. Отходим. Вот так аккуратно отходим, постреливая. Давай, 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 умирай. Вот падаль-то, а. Да сдохни ты. Просто на Халка похож, очень сильно похож на Халка. Правда, тут он какой-то желтый, по-моему. А там он по вселенной был зеленый. Ну что ж такое-то? Давай, умирай. Я сейчас все патроны просто на него потрачу. Может быть, его... А, нет, смотрите, умер. Просто я уже на секунду задумался, может, его вообще убить нельзя. Нужно просто пробежать. Какую-то херобуру я подобрал. Так, пробегаем сюда. Самое главное, чтобы патронов хватило, потому что ходить с пистолета меня не очень. Перспектива это радует. До свиданницы. А можно, наверное, прослакать. Пусть напарник тратит патроны и стреляет их, этих зомбарей. В принципе, делает он это очень хорошо. Пробегаем сюда. Нам говорят пойти направо. Что ж, попробуем. О, ничего себе, ядовитый. Вот он, скорее всего, и плюется кислотой. Во-во-во, зомбари, зомбари, успокойтесь. Что-то их очень много налетело со всех сторон. Что это такое? Ой, ой. Мы гитарой бьемся, ничего себе. Так, надо вернуть срочно автомат, потому что гитарой биться это не вариант. Пробегаем. Наверное, тут в будущем появятся, не знаю, какие-нибудь катаны,
а бензопилы и прочая нечисть милишная. Вот этот упырь очень живучий. Блин, сейчас мы кучу патронов потратим на то, чтобы его убить. Самое главное, чтобы он нас не убил. Да умри ты, падаль. Еще эти мелкие зомбари постоянно прибегают новые. Давай. Напарник, давай мочи его. Мы тоже потихоньку помогаем. Ядовитый. Умри, собака. Нихера он взрывается. Наверное, во время взрыва лучше не подходить к нему, потому что нас тоже это может подбомбить, этот взрыв. Мы большого-то убили, нет? Да, большой умер, отлично. Осталась только эта мелкота. Пробегаем вперед. Ну-ка, брось труп. Брось каку. Еще один большой. Да ну ладно. Вы че мне их так часто даете-то? Хочется, я не знаю, какое-нибудь получше оружие, может быть, дробыш, если он вообще есть в этой игре. Я как бы не в курсе. Мы бы с дробыша тут целыми пачками бы этих тварей валили. Ну и плюс здоровый, наверное, будет быстрее отлетать от дробыша, чем нежели от автомата. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Умри, падаль. Так, отходим. Вот так вот аккуратно отходим, отстреливаемся. И не забываем перезаряжаться. Хорош. Сейчас ему немножко осталось. Я просто чувствую это. Ну, наконец-то, не прошло и полгода. Пробегаем вперед. На обычных зомбарей сильно отвлекаться не будем, если их мало. Напарник с ними справится. Тут чисто. Тут тоже следующая контрольная точка. А мы с девчулей бегаем. Здорово. Можно будет потом уединиться, когда мы тут все зачистим. Опа, что такое? Ты чё? Ты брось каку. Я какую-то херню взял. Ой, она еще и стреляет, что ли? Чё я вообще взял? Я не понять не могу. Это какой-то, наверное, дискомет, что ли? Или что это такое? Чё я вообще подобрал-то? Чё-то непонятное. Ну-ка. Я вообще попадаю, нет? Ну, вроде урон есть. Я просто понять не могу, насколько он сильный. Есть смысл с этой хероборой ходить или нет? Да, у нее еще перезарядка такая долгая. Да ладно, иди сюда. На, сука. Получай. С этими справились, отлично. Пробегаем сюда. А, нам говорят, иди направо. Что ж, давайте сбегаем направо. Только как здесь пройти? Тут все завалено. Давайте поищем обход. Давай, отстреливайся. Нет, убойная вещь, смотрите, ваншотает просто обычных зомбарей. Но перезарядка большая. Ладно, давайте с ней походим в любом случае. Здесь чисто. Опа, зомбари. Вот здесь, наверное, мы можем пройти. Давайте попробуем. По переулкам мне очень приятно ходить. Тут со всех сторон просто могут набежать. Куда идти? Ну, вроде в верном направлении идем. Сзади чисто. По краям вроде тоже чисто. Аккуратно пробегаем вперед. Опа, держи подачу. Опа. А, кстати, зомбарь-то не заваншотился. Может, какой-то живучий, не знаю. Хорош. Очередная контрольная точка. Нас, кстати, на этих контрольных точках сохраняют. Так что, если мы погибнем, то начнем отсюда. Куда вообще иду, понятия не имею. А, ну я правильно иду, нормально. Тут, в принципе, локация такая достаточно линейная. Ошибиться сложно. Но, правда, если не будет вот таких завалов, где придется искать потом другую дорогу. Проходим или не проходим здесь? Нет, мы здесь не проходим. Черт, куда пойти? Посуда, что ли? Кстати, ребят, у нас есть тут еще стационарный пулемет, но, правда, мне еще он не упал. Так что, если что, можно будет еще и стационарный пулемет ставить. Как только попадется. Но у меня уже есть какой-то буст, я так понимаю, это ускоренное передвижение, что ли, временное. Ну, давайте заюзаем это пробел. Что-нибудь происходит? По-моему, ничего не происходит.
Нас, сука, ваншотнули. Нас, сука. На еще. Получай. Живучие твари. Куда идти? Вы мне хотя бы маркер поставьте. Так, тут завал. Тут мы не пройдем. Надо камеру повернуть. Ага, вот нам сказали идти направо. Окей. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Аккуратно, напарница, там еще ядовитый. Насколько я понял, нам нужно зачистить это здание, ну и, собственно, подниматься все выше и выше. Ага, аккуратно. Но в здании опасно, видите, они могут со всех сторон просто прибежать и сделать а-та-та. Это мы уже на этаж выше поднялись? Здорово. Проходим здесь. Проходов, переходов-то сколько. Когда по улице бегаешь, все намного понятней. Здесь постоянно придется, наверное, искать, где можно пройти, потому что здесь очень много завалов, а местами двери закрыты. Ага, вот здесь тоже перегорожено все. Вот здесь еще можно пройти, наверное. Аккуратно, аккуратно. Теперь забредаем сюда. Держи подачу, промазал. Мне, может быть, вообще не стрелять, потому что напарник, а точнее напарница, стреляет, по-моему, намного лучше, чем я. Я что-то все в молоко часто стреляю. Аккуратно проходим. Кстати, сделали бы они поворот камеры вот так вот. Ты касаешься края экрана, и она поворачивается. Но, к сожалению, такого нет. Для поворота экрана используются отдельные кнопки. Ну, нихера себе, ты побежал. О-о-о, смотрите, сколько их. У меня такое ощущение, что благодаря этому снаряду мы можем просто пачками их валить. Потому что, по-моему, я там двоих сразу зарубил с одного выстрела. Семерых одним ударом просто. Но вот, правда, КД на выстрелы достаточно большой. Хотя... Держи подачу, держи. Хорош. До свиданица. Эти упыри еще прячутся за трупами. Куда иду, вообще непонятно. Нам вообще сюда или нет? И куда это мы пришли? Это получается, мы просто через здание, что ли, прошли? Аккуратно, аккуратно. Опа, уже бегут. Получай, упырь. Получай подачу. Я попасть не могу, ну что ж такое-то? О, наконец-то. Выстрела так с пятого просто попал. Опа, смотрите, снайперка. Давайте попробуем, постреляем. Это же снайперка. Да, еще и оптика есть. А как оптику активировать, интересно? Может, она номинально просто сделана? В оптику смотреть нельзя, просто она шмаляет очень сильно. О, патроны для снайперки. Отойди. Давайте с ней побегаем, она очень убойная, я так понял. Я, по-моему, зомбарей ваншотаю. Но, опять же таки, перезарядка, очень долгая перезарядка. Бам, ваншот. Но зато мы с этими большими зомбарями будем легко разбираться, с этими халками. Хорош. Иди сюда. Говорят, иди налево. Хорошо. Куда может пойти мужик? Конечно, налево. Даже при наличии женщины. Опа, шутка за 300. Ну идите отсюда. Нихера себе, не толпиком на меня набежали. У меня не такой достаточно быстрый КД, чтобы вас так пачками валить. Тут нужен, наверное, какой-нибудь пулемет. Ну-ка, отойдите от нее, твари. Я вообще здесь пройду, нет? Так, девчуля, отойди. Дело в том, что она перегораживает мне дорогу. Опа, а вот и большой. Сейчас мы эту снайперку как раз на нем и опробуем. Девчуля, отойди. Ядовитый еще приперся. Воу-воу-воу, главное, чтобы не зажали. Если зажмут, будет вообще печалька. Отлично, ядовитый минус. Бежим, 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 бежим. Бежим по кругу.
За ней такая толпа просто гонится. Френдифая хорошо, что нету, но она, видите, перегораживает постоянно мне выстрелы. И очень тяжело в зомбарей попасть, потому что и они бегают, и плюс еще девчуля перекрывает мне линию огня. Девчуля, давай отойди. Да нихера себе, он все равно такой живучий, сколько мы долбим в него. Правда, я не знаю, попадаем, не попадаем, наверное, часть патронов в молоко улетает. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, со всех сторон просто набежали. Как вас много. Был бы, я не знаю, какой-нибудь дробыш или огнемет даже лучше. Тут бы мы их пачками положили. До свидос. Да умри ты, Халк. Я уже думал, еще один вышел, но нет, это не Халк был. Здесь мы не пройдем. Ладно, ищем пути обхода. Еще один Халк, да ладно. Вы мне что, одного за другим даете? Нет, мы сможем здесь пройти, можем. Зомбарь отсюда прибежал. Значит, как-то можно сюда забраться. Да умри ты, падаль. Живучая. Девчуля, отойди, отойди. Что такое? А, это два пистолета мне дропнули, хорошо. Тут что у нас есть? Тут какой-то... Не пойми что, тут молот. Ладно, давайте пробежимся. Правда, наверное, так лучше не делать. Сейчас я их просто подстакаю. Их будет очень много сильно за мной бежать. А потом придется с ними разбираться. И причем неизвестно кто кого. Если их сильно много будет. Ладно, они вроде отстали. Это меня определенно радует. Куда ты мне предлагаешь идти? Локации становятся все более линейные. Вот эти проходы-переходы, плюс еще перегорожена часть дороги. Но, по крайней мере, мы не стали убивать того большого. Он от нас отстал. Угу, сюда. До свиданницы. Вот эта пушка бы еще прошивала бы их насквозь, вообще бы цены бы ей не было. Девчуля, давай отстреливайся. Cover me. Опа. Ядовитый. Ладно. Ой-ой-ой, зажали, здесь не пройду. До свидос. Я думал, здесь можно будет на халяву проскочить, не убивая никого. Но уткнулся в забор. Опа-опа-опа, экран краснеет. Походу, у меня хпшки мало. Ну, конечно. Вот ты наша смерть, гейм-овер. Если нажать рестарт миссию, то мы, собственно, начнем с контрольной точки. Но я предлагаю на этом первый взгляд завершить. Достаточно такая интересная экшеновая игрушка. Я думаю, вам понравилось. А на этом все. Ссылка с прохождением других игр. И, точнее, даже не прохождение, а первых взглядов. В описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, общайтесь, вступайте в группу ВКонтакте, в Твиттер. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.